Так. Только, короче, игра сломалась, что-то, короче, заново запустить решил. Наверное, все уже успели уйти, ладно. Не знаю, в чем прикол. Но как-то так. Вдруг нестабильно. Она еще только вышла недавно, поэтому, скорее всего, в этом дело так. Это опять селочка тут рядом. Так, ладно, мы не будем на это время тратить. Побежим сразу в домик. Так, итак, что мы успели запомнить? Он нашел вход в какой-то древний римский город. То есть он до сих пор типа существует в наше время. Так, рюкзачок, это все мы видели. If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city. Вот, какая-то подгрузка. Ей! Fucking shit. Я провалился куда-то под землю. Так, а его существование давно позабыли, а знания о нем хранились лишь на здешней скрижали на латыни. Там написано. Любой, кто желает вступить в город, будет осужден. Праведных ждет награда, вечная жизнь в раю. Грешники же будут купаться в злате, но напрасно, либо это станет их последним пристанищем. Неужели о подземном городе за все это время так никто и не узнал? Неужели его жителям удавалось выживать, несмотря на все? Похоже, есть лишь один способ узнать. Если я не вернусь через час, значит, я все еще там. Читайте это приглашением. Или предупреждением. L-word. Ну ладно, L-word. Так что мы не с рукой десятки, мы все-таки пойдем внутрь. Оу, курфик сне. Что это значит, я не знаю латынь. Так, у нас же был фонарик, да? О! Опа, а вот и золотые статуи. И тут как-то не выглядит созданным новым. Это фрески. Молодая римлянка или римлянка, оплакивающая кого-то. Древнеримская мозаика, изображающая богоподобную фигуру, превращающую человека в золото. Вот он что. Золотых людей еще. Слушай, так они живые были, походу. Из них сделали статую. Вот оно что. Слушай. Этот чувачок явно хотел убежать. Римский гладиатор, пытающий от чего-то убежать. Что могло заставить его обратиться в бегство? Действительно. Блин, ну не бесшовный, конечно, мир. Тут прям подлагивает, чувствуется. Не дело. Я не знаю, что это значит. Но, в принципе, мне не обязательно это знать. Да, городок-то, мягко говоря, заброшен. Вот, короче, что за звуки? О, да, F5, не зря мне нужно, видимо, нужно сохраниться прямо сейчас. Римский военачальник, закрывающийся от чего-то. И, походу, какая-то заварушка конкретная случилась. Римский легионер, замерший в ужасе. Да, явно ничего хорошего меня здесь не ждет. Раунд, конечно, такой прям.
Я слышу, как будто кто-то точит меч. Или волочит его по земле. Что-то типа того. Короче, про этого нельзя ничего сказать, что он тоже вот замер в ужасе. Как бы все замерли в ужасе такой красоты. Ремненка, молящая помощи, которую так и не пришла, куда-то вверх смотрит. Блин, ну ничего себе, они тут устроились. Ну, осторожно, не упади. Так, что у нас? Тут по лестнице попали. Ого! Да вот это старика в современной одежде. Это должно быть явно как такое возможно. Блин, эл. Желаю принести извинения тому, кто это читает. Мне жаль, что вы нашли меня в таком состоянии. Еще хуже то, что вас ждет моя участь. Ого. Я провел здесь целую жизнь, бегая кругами, пытаясь найти выход, но пророчество оказалось верным. Какое пророчество? Отсюда не выбраться. Здесь есть всего два варианта. Умереть или спуститься в этом логом, забыть проход в прошлое. Я совершил ошибку, выбрал второй вариант. Я хотел все исправить и старался за всех сил. Что бы я ни делал, я всегда возвращался обратно. Не совершайте моих ошибок. Лучше умереть сейчас, чем узнать, что ждет вас за этим порталом. Так это же еще получается не финальный. Да, старичок. Не повезло, так не повезло. Но я не совершу твоих ошибок. Я найду выход отсюда. Ну да, ремлянка в памяти. Так, ну здесь какая-то воинственность будет вообще, или просто только общаться можно? Портал в прошлое. Римлянин стоит на коленях, словно моля богов о пощаде. Пройти, ого. В танке человека. Кто бы ни, то ни был, умер он очень давно. Зажигалка. Ставь зажигалку, должно быть ее использовал, чтобы зажечь все эти факелы. Ну, она уже ему не пригодится. Меня затянуло в портал. О, ничего себе, слушай. Прикольно. Ага, нажмите Tab в любой момент, чтобы посмотреть журнал заданий и инвентарь. Фоторежим. Опа. Яблочки. Две женщины. Портал. Выяснить, как вернуться в настоящее время. Отличная, просто гениальная логика. Отправиться в прошлое, чтобы выяснить, как вернуться в настоящее. О, это, наверное, тот чувачок, который молил здесь кого-то. Салвы, Фрэнк, я галерея. Не расскажи мне, как кто ты и что делаешь в храме Прозерпины? Я Вига Пэй, я из будущего. Стоп, ты говоришь по-английски? Храм Прозерпины? Храм. Ну, знаешь, богиня урожая весны. Ты не из наших краев, верно? А, я пытаюсь сменить тему. Умно, но я спрошу еще раз. Кто ты что делаешь в храме? Чего? Я говорю на латыни, как и ты. Пусть и со странным акцентом. И снова ты берешь за старое. Ты умеешь избегать вопросов, верно? Еще раз, кто ты и что ты делаешь здесь? Я Вига Плей. Не понимаю, о чем ты. А минуточку. Может, ты... Знаешь, не в ладах с головой? Это не страшно, друг. Здесь рады всем. Ну, спасибо. Скажи, пожалуйста, какой сегодня день?
Мы сбились со счета, но сейчас вроде как начало весны, поэтому могу предположить, сейчас начало марта. А какой сейчас год? 817. Так как, в замешательстве. 817 с момента основания Рима? Так, а ты с какой части империи? Это мне не особо поможет. Это до рождения Христа или после? Потише, тут можно нажить проблем, просто произнося это имя. Может, ты не в курсе, но в прошлом году его сектанты сожгли половину Рима. Это настоящий кошмар, говорят. Нерон казнил некоторых, но многие до сих пор злятся на этих сектантов, даже здесь. Если ты из них, держи это при себе. Послушай, большинство людей пребывает в легком замешательстве, попав сюда. Но ты... Ты, кажется, совсем не понимаешь, что к чему. Поэтому давай объясню тебе простым языком. Ну давай попробуй. Живи по нашему закону, и мы поладим. По вашим законам? Не законам. Закон всего один. Золотое правило. А наказание за его нарушение, ну... Оно чудовищно. Магистрат настаивает, чтобы мы приводили к ним всех новоприбывших, поэтому, пожалуй, отведу тебя к нему. Ну что, пойдем? Ладно, иди, давай. Оказавшись впервые, я не мог поверить, что здесь живут люди. Действительно, я тоже не мог поверить, что здесь можно жить вообще. И сейчас здесь 23 человека, если брать расчет троих пропавших. Не знаю, что с ними. Ведь выбраться отсюда пока ни у кого не получалось. Не заблудиться здесь несложно. Галерия, не познакомишь меня со своим симпатичным другом? Если на бедренную повязку посильнее, Аврелия. Недолго, это старику осталось. Так, стоп. Они меня перебивают. Так, речь все равно я не понимаю, поэтому ее можно на минимум убрать. Любой, кто не станет голосовать за него, сегодня пьет в моей таверне бесплатно. Слушай, чувачок, а ну-ка. Блин, она не может сейчас со мной пообщаться. Ладно, потом. Потом я вернусь к тебе. Эх, политика, на твоем месте я бы держался от нее подальше. И от этой женщины тоже, она, Ладно, не мне судить. Действительно. Справа расположена наша ферма, где я выращиваю все, что пожелаешь. Главное, чтобы твои заявления заканчивались на луке, капусте и пшенице. Ну, обычно на этом все... Проводят бесплатный там и бесплатный там. Не обращай внимания на Ливию. Она добрый человек, просто сильно сдала. С тех пор, как, ну... Я не знаю даже, что именно с ней произошло. Блин, она тоже не может сейчас разговаривать. Ладно, потом пообщаемся. Справа расположено ущелье, если у тебя есть оружие, сбрось его туда. Слева форум, там расположен рынок и клиника Лукреции в храме Аполлона. Там тебя подлечат. Большинство из нас по прибытию сюда совсем ничего не было, с тех пор мы много сумели изготовить. А здесь центральное плато, где живут магистраты и другие патриции, так что не жди теплого приема. Галерий, ты должен работать на ферме и не разносить грязь по виллам. Поксконе, Гораций, я просто хотел отвезти нашего нового друга. Он сказал мне привезти новинское лично, а ты иди на ферму, вперед. Сейчас же. Иди с ним, напомню, они не такие, как мы с тобой, не позволяем помыкать с тобой. Что, что, что ты сказал? Говорю, привыкай и будь собой. Уф, я слежу за тобой, деревенщина. Приветствую тебя, гражданин. Меня зовут Гораций. Магистрат Синти попросил меня сопроводить тебя в его покой. Пожалуйста, следуй за мной. В чем дело? Думаю, магистрат хочет рассказать тебе о золотом правиле. Это не должно занять много времени. Сегодня выборы, так что он весь в делах. Ладно, пошли. Единственное, что тебе сейчас правда необходимо усвоить, это золотое правило. Попробую объяснить так. Когда я служил в Легионе, кто-то в когорте замышлял бунт, легат тратил время на поиски паршивых овец среди сотен. Нас делили по 10 человек и заставляли тянуть соломики. 9 солдат казнили, вытянувших коробку.
Неважно, был ли он виноват. Один из 10 умирал за преступление группы. Это зовется децимацией. Жуткая тупость. Если такое правосудие кажется тебе суровым, то тебя ждет неприятный сюрприз. Золотое право ровно в 10 раз строже. Остальное может объяснить магистрат. Он на втором этаже. Что еще? Расскажи о себе. Я солдат первого италийского легиона, но, скажем так, сражения тут бывают редко, так что магистрат дал мне другие обязанности. Я исполняю обязанности правой руки магистрата, охраняю его дочерей, вернее дочь и всех остальных жителей, и слежу, чтобы они соблюдали порядок. И еще я вношу в список всех новоприбывших. Как ты здесь оказался? Сам я из Лигурии, это на севере, у меня была неплохая жизнь, 20 лет на службе. А после отставки меня ждала прекрасная девушка. Но не теперь. Она наверняка уже решила, что я пропал, и смирилась с этим. Я стараюсь об этом не думать. Мой командир отправил меня сообщение в Рим, но я решил заодно сделать приятно своей девушке. Купил мастер по серебру небольшой кулон. Тогда все и началось. Толпы людей на улицах, хлопали, пожары. Они кричали, давили друг друга. О, ужас. Потом какой-то генитрикс футутор решил воспользоваться неразберихой и стащил мой клон. Помню, как гнался за ним через толпу к реке, а дальше ничего. Потерял сознание, очнулся здесь. Не знаю, как река могла унести меня так далеко, но, наверное, мне повезло, что я жив. Снова река. Жаль это слышать, старик. А не стоит. Как сказал Сеника, трудности также закаляют ум, как труд тела. Но если честно, когда пропала Синтила, мне все равно было тяжело. Можешь сказать о магистрате. Один из лучших командиров, под которыми я служил, это уж точно. Обходись со стоящими ниже так, как ты хотел бы, чтобы с тобой обходились. О чем еще можно просить? Так, понятно. Ты знаешь, я и сам задал всем этот вопрос, когда здесь оказался, так и не нашел выхода, но понял, как смириться с моим положением. Тот и тяжесть убьет, и силу отнял. Ты не взгляды терпеть, а равнодушно умел. Это полотенники себе интересно. Вообще не понял. Тот и тяжесть убьет. Какой-то неправильный перевод или что это? И силу отнял, кто не взгляды терпеть, а равнодушно умел. Бред какой-то. Могу я взглянуть на список граждан? Почему бы нет? Но чтобы завтрашнему дню он был у меня. Аврелия, класс, плебейка, занятость владелица трактира, место проживания трактир в трущобах, помещение, говорит, что знает, как выбраться. Вертили, класс, плебей, занятость архитектор, место проживания форум, помещение, галереи. Класс, плебей, занятость фермер, место проживания трущобы, помещение. Ганнибал, класс, чужий день, занято заготовление корма, место проживания трущобы, примечание, умер в цистерне. Георгий, класс, чужий день, занято торговец, одежда, место проживания форм, примечание, пусто. Гораций, класс, плебей, занят стражник, место проживания трущобы. Детцы, класс, плебей, занято торговец, разное место проживания форм. Домицы, класс, плебей, охранник Малиова, место проживания трущобы, дуили, плебей, нетрудоспособен, заключен на складах. Клавдия, класс, патриций, занята жена Малиова, место проживания вилла, центральное примечание. Ливия, класс, плебей, парикмахер, трущобы, так, в данный момент отказывается работать. Укреция, чужеземец, медсестра, Малиова, патриций, ростовщик. Вилла. Примечание не заслужит доверия. Невия, прибей, врач. Заперлась во дворце, Невия. Октавия, патриция, уборка, садоводство, место проживания вилла, нижняя. Руфи, плебей, патруль, проживание трущобы. Все больше волнуется. Сенси, старш, класс, патриции, занятость магистрат, проживание вилла, верхняя. Сенсила. Патриция и ученик, место проживания вилла верхней. Пропала.
Сенсей Квас Патриции, ученицы проживают в его верхнем, не выходят за пределы его в целях безопасности. Блин, да сколько тут текста, а? Занятость, долговой раб Малеова. А, долговой раб Ульпи. Фабия, Плебей, Пекарь. Ой, короче. Я понял, тут надо просто понять, кому можно доверять, кому нет, поэтому спитку. Спасибо. Я думаю, золотом правилом. Ну, как я всегда говорю, это такая божественная версия децимации в Легионе. Идея в том, что с угрозой смерти каждого десятого расследует порядок и дисциплина, и это работает. Если тебя могут казнить из-за замышляющего бунтовальщика, то боги, ты будешь следить за ним, как стоглазый Аргус, так? Потому что твой единственный шанс спастись, не дать преступлению случиться. Таким образом, мы все ответственны за поступки друг друга. Это жестоко, не спорим, но эффективно, иначе Легион не стал бы самой грозной силой в мире. Там, откуда я родом, это посчитали бы коллективным наказанием, а это военное преступление. Хочешь сказать, тебе это нравится? Что сделано, то сделано. Мне приходилось казнить братьев по оружию, и эти воспоминания всегда будут преследовать меня в кошмарах. Но жизнь сурова, я принял свое положение. Как и с золотым правилом, я не могу ничего с этим поделать. Идти против него, все равно, что пытаться остановить смену времени года. Как сказал Сеника, истинное счастье наслаждаться настоящим, не тревожиться будущим, без бремени, надежд и страхов. Мудрые слова твои. Быть довольным тем, что есть, этого достаточно, ведь тогда человеку больше ничего и не нужно. Военное преступление? Как эти слова вообще сочетаются? Если Цицерон сказал, когда гремит оружие, законы молчат. Ну и мрак. А, такие как ты не протянули бы для него ни недели. А, наши миры очень... Да, я вижу военное преступление, какая ерунда. Соглашусь, вот и хорошо, возможно, мы еще сделаем из тебя легионера. Поговорим о чем-нибудь другом. За кого будешь голосовать? Что-то это тебя не касается, но я всегда был и всегда буду верен Синтию. Жаль, но я не думаю, что мой голос сегодня что-то изменит. Домицы давно уже ходит по городу, он собирает голоса за Малиова с помощью лжи, взяток и угроз. Он дикарь, но люди боятся и уважают его больше, чем следует, потому что он был гладиатором. Разумеется, Синти знает об этом, но в нем нет этой крысиной хитрости, как у Малиова. Если этот подлец станет главным, то все изменится. Но я стараюсь не переживать о вещах, которые не могу изменить. Я могу помочь? Я ценю твое намерение, но ты здесь совсем недавно, и я просто не представляю, как ты можешь изменить ситуацию, когда выборы уже во второй половине дня. В любом случае, если тебя интересуют выборы, поговори с Эквитией, жрицей Весты, она будет следить за их проведением. Висеть Малиова. Так, ну что ж. О, тёлочка. О, ну почему Горац не перестанет пускать себе всяких варваров? Чего тебе? Расскажи себе. Насентия, старшая дочь магистрата. Но если бы тебя сюда пригласили и писали, как подобает, это не стало бы для тебя новостью. Что ты здесь делаешь, и почему на тебе такая одежда? Как мило. Неужели безупречный выговор, подобающая одежда, впечатляющие познания наших традиций, я никогда бы не догадалась? А теперь изволь напомнить, почему мы вообще разговариваем. Ты не знаешь, как отсюда выбраться? Да что с вами со всеми? Прошел слух, что моя сестренка сбежала, и вы решили, что я тоже знаю, где выход. Я угадал? Но это все лишь дурацкий слух, мы не имеем ни малейшего понятия, что случилось с Синтилой. Но почему вам просто не оставить меня в покое? Чертовы недоумки. Не могу помочь тебе? Понятия не имею, можешь. Ты можешь сказать, что как кто-то мог исчезнуть из города, где не бывает выходов от преступлений? Ее что, утащили гарпи? Когда ты в последний раз ее видел? 3 недели назад был вечер, мы закончили нашу вечернюю трапезу. Синтила сказалась такой счастливой, будто влюбленной. Мы разошлись по комнате, у меня уснула, когда проснулась, ее уже не было. Вот и все. С кем-то встречалась? Я думаю, да. Но была очень осторожна.
Никому он не так, он не рассказывал даже мне. Почему? Потому что у нашего отца были планы когда-нибудь отдать ее замуж, и слухи о ее связи с каким-нибудь загадочным незнакомцем могли разрушить их. Понятно. Возможно, это как-то связано с любовником? Я не знаю, но с ее исчезновением прошло уже 3 недели, а он так и не объявился. Кто знает, может, ему мешает нечистая совесть? Ну, все, что я знаю, наверняка, кто бы он ни был, он все еще в городе. Сенти, Сенти, Сентила. Почему у вас такие похожие имена? А ты и правда не из этих краев, да? Всех римлянок называют в честь отца, будто клеймят нас, как скот на продажу. Его семья Сенти, так что зовут меня Сенти. Потому что я старше. Мою сестренку раньше звали Сенти и младше, но теперь ее ласка называют Сентилой. Ты удивительно спокойно, учитывая исчезновение собственной сестры. Почему? Потому что я лежу на кушетке, а не ношусь по вилле. Надеюсь, ты не намекаешь, что я с какой-то ради... Кстати, ради, а что она пропала. Дается мне, ты знаешь больше, чем говоришь. Блин. Ну, не ладно. Попробовал тебя вытянуть из себя чуть больше информации, не получилось. А вот и батька твой, да? Эй, ты, мужик. Угу. Наконец-то мои дни. Полагаю, ты уже знаешь, кто я? Могу я узнать твое имя? Я Вегаплей. Какое необычное имя и столь же необычный акцент. Согласен. Для человека это очень необычное имя. Итак, тебе наверняка интересно, зачем я тебя вызвал. И мы это еще обсудим, но сначала взгляни на это прекрасное место, хорошо? Тайный город, построенный глубоко в горах много столетий назад. Я просто хочу отсюда выбраться, всему свое время. Только подумай о чудесном сообществе, которое мы построили здесь за последние 7 месяцев. 22 незнакомых человека, собранных вместе волей богини судьбы. Живущих бок о бок в нашем маленьком городишке. И за это все время никто ни разу не согрешил. Ни драк, ни краш, ничего. Доводилось ли тебе когда-нибудь видеть такое чудо? Город, где никто не грешит. Ну да, конечно, не грешит. Что-то не припоминаю. Вот и я не знал о таком, пока мы не попали сюда. Но разгадка этого чуда столь же проста, сколь и ужасна. Если хоть один человек совершит здесь грех, мы погибнем все до единого. Видишь ли, создатели этого места, кем бы они ни были, оставили предупреждение. Свершивший грех погубит всех. Мы пришли к выводу, что нарушив закон, мы прогневаем богов. И навлечем на себя ужасное наказание, проклятие медузы и медасы одновременно. Мы превратимся в золото. Мы назвали это золотым правилом. Невероятно. Сколько времени нам удалось здесь прожить. Но с каждым днем я все больше боюсь, что наши дни под солнцем уже сочтены. И похоже, этот день наконец настал. Кто-то в городе скоро нарушит золотое правило. Это все, что имеет значение. Зачем еще Прозерпина могла послать нам тебя? Или мы с тобой сумеем предотвратить преступление, или наша судьба будет предрешена. Это не просто осмыслить, но я понимаю, кажется, у тебя есть вопросы. Пожалуйста, спрашивай. Ебой, ничего себе. А, вы сможете знать. Что здесь считают грехом? Мудрый вопрос. В первые недели мы провели немало времени за его обсуждением. Грехом считают только преступление, или это понятие про дурные поступки? Разумеется, все согласны с основой. Никакого воровства, никаких нападений, ну что еще, никаких убийств. Как магистрат, я должен руководить людьми, я принял решение. Мы должны соблюдать законы империи на невиданном прежде уровне. И мы должны чтить мир богов, священное соглашение между богами и римлянами. Мы можем процветать, лишь оказывая богам подобающее уважение. Так многие столетия поступают весь Рим.
Разумно. Нет, мне кажется, это не лучшая идея, но все, что законно, соответствует нормам морали. А в местах, откуда я родом, многие ваши законы обычно считают варварскими. Варварскими? Варварскими? О чем ты это говоришь? Империя – это плод цивилизации во всем известном мире. Рим – это маяк света во тьме. Империя 8 столетий рождала великих государственных деятелей, архитекторов, философов, поэтов, инженеров. У нас есть понятные всем объемлющие законы, защищающие права граждан. Законы, которые объединили враждующие племена всего Средиземноморья и земель за его пределами, от Галлии до Иудеи. Все наши граждане равны, вне зависимости от их цвета кожи или сексуальных предпочтений. Это мне это напоминает, с каких пор там такое. Когда наши люди голодают, им выдают рационы. А когда кто-то обходится с ними несправедливо, у них есть право привести виновного на суд магистрата. Наши законы запрещают государственные измены, убийства, вооруженные нападения, изнасилования, воровство, поджоги и не только. Ни одна другая цивилизация не достигла наших вершин, а тебе хватает высокомерия называть нас варварами? Разве Рим не устраивает кровавые игры ради забавы? Как насчет женщин? У них же меньше прав, чем мужчин. У вас ведь рабство разрешено. Разумеется, что еще нам остается делать с пленными, которых в любом случае ждет лишь казнь? К тому же у нас есть законы по защите рабов. Серьезно? Иногда. Но наши гладиаторы — это почти всегда добровольцы, которые ищут славу или заключенные, которых мы все равно показали. Не вижу в этом никакого вреда. Так, про это я не буду даже спрашивать. А как же преследование христиан? Это секты богохульников, из-за которых я в прошлом году сгорела пол Рима. После подобного сложно винить людей за то, что они сердятся. А коллективные наказания? Ты говоришь о децимации? Как иначе? Сомневаюсь, что нам бы удалось объединить все эти враждующие племена, не будет в нашем грозном регионе такой дисциплины. А вот куда я родом, подобные считаются отвратительными. Что ж, сейчас твоя родина очень и очень далеко. Я четко высказал свою позицию по вопросу. К сожалению, не все вняли моим словом. Эти люди прячутся в тенях, шепотом распространяя откровенное богохульство и ложь. А то вместе бы за ними присматривал. Пстец, в натуре тут на диалоге просто весь упор в игре. Почему ты не можешь провести расследование сам? Ты кого-то подозреваешь, как мы понимаем друг друга. Я не знаю, а ты? Вот это интересный вопрос. Значит, до прибытия в город тебе не был знаком наш язык, как странно. Быть может, когда Презирепина послал тебя сюда, она заложила твой разум в зерно латыни, чтобы тебе было проще служить ее целям? Возможно. Не веришь в богов? Если тебе придет в голову более удачное объяснение, своего все не выслушай. Но богам не безразлична судьба. Нигде в империи их храмы святичны не наполнены такой силы, как здесь. Класс. Именно. Если это сделаю, поможет мне вернуться домой? Если я правильно понимаю смысл ритуала Презирпина, это проблема что-то там. Если тебе удастся предотвратить грех, нарушающий золотое право, мне не нужно будет твое участие. Я бы не открывал портал, а тебе бы просто не удалось попасть сюда. Таким образом, тебе бы удалось создать парадокс. Если это произойдет, ты изменишь наше свое прошлое и тебя отбросит обратно в твое время. Логично? Что-то я запутался вообще. А, блин, я даже выяснил, как создать временной парадокс. Почему бы и нет? Так, еще раз прочитаем. Думаю, да. Кого-то подозреваешь, тебе знакомое чувство, когда ты смотришь на проблему так долго, что уже не видишь ее истинной сущности. Тут уже свежий взгляд. Чем меньше я повлияю на твою независимость, тем лучше. Откуда мне знать, что во всем виноват не ты? Возможно, преступление связано с чистым именем сентива. Так как тебе могу прийти в голову, что это все я? Не то верно.
Раз что ты так считаешь, без доверия, без взаимной помощи нам ни за что не остановить то, что скоро случится. Возможно, преступление связано с исчезновением Сентивы. О, так тебе уже и об этом известно. Разумеется, это ужасная потеря, но... Это было 3 недели назад. Что бы ни случилось в тот день, это не нарушило золотое правило, так что я не думаю, что здесь есть какая-то связь. Но если ты найдешь и вернешь мне дочь, я буду вечно тебе благодарен. Да ладно, выскажи свое мнение. Ну что ж, хорошо. Среди нас есть люди, которые хотят моего поражения, чтобы продвинуть после выбора свой ошибочный политический курс. Честно говоря, их эгоизм и безрассудство ставят под угрозу благополучию всего города. На твоем месте я бы очень внимательно к ним присмотрелся. Так. Так, как устроен этот ритуал? Я могу лишь сказать, что это ритуал жертвоприношения при Лизерпине. Я случайно обнаружил инструкции. Нужно прочесть молитву и, как во всех ритуалах, принести жертву. Обычно считают свиное, еда, иногда животное. В нашем случае жертва куда значительнее жизнь человека, проводящего ритуал. Скажи, в будущем тебе не встречались признаки моего присутствия? Прямо действительно лежали человеческие останки. Полагаю, это был я. Если мне придется провести ритуал, я потеряю все. Постарайся не доверить до этого, хорошо? Сделаю все возможное. Что ж, о большем я не могу и просить. Ладно, у меня больше нет вопросов. То есть, замечательно, так поможешь мне, я могу и рассчитывать, что ты найдешь того, кто захочет нарушить золотое правило. Кажется, выбор у меня не велик, пожалуй, но даже если тебе не свойственная жертвенность, о себе то ты думаешь. Хороший аргумент, я в деле. Прекрасно. Тогда тебе нужно смотреть город, отыскать улики. Говори со всеми, помогай ему, если это поможет завоевать их доверие. Я разрешаю тебе входить в дом любого человека, смотреть собственно, читать документы, разумеется, если не попросят уйти. Вычисли преступника, как только узнаешь имя, немедленно возвращайся к нему, скажи его мне. Хорошо, я возьму за работу. Его последнее. На твоем месте я бы начал расследовать визит к Лукреции на храме Аполлона на форуме. Недавно я слышал, как оттуда доносили страдания. Кажется, что там что-то не так. Так. А могу я сразу выбрать вариант ответа? Ну? Мы можем поговорить о том, кто нарушил твое правило? Думаю, я знаю, кто это. Верно ли я понимаю, что все зацепки, улики изучены, и у тебя есть все основания так решить? Потому что мне кажется, что ты только начинаешь исследование. Может, тебе придется продолжить исследование, но пока ты здесь, все другие вопросы. Блин. Так нельзя, да, сделать? Я-то хотел зарандомить просто, случайный ответ выбрать. Попробовать угадать. Так, ладно. Да, грубой силы здесь не будет, я понял. Здесь бесконечные, утомительные диалоги, блин. В чем же РПГшности? Ну-ка, Сентия, смотри на меня. Понятно, ты со мной больше не хочешь разговаривать. Шкафчик тут. Ну что, не есть? А, у них там есть окошко в небо. Ну, чувачек. Грация, мне кажется, это ты нарушишь. Ну что еще? А, ну. Так, у меня больше нет никаких диалогов, да? А ты кто? О чем вы говорили? Прости, что? Не делай вид, что ты глупее, чем есть на самом деле. Мне повезло заметить тебя. Я видел, как вы считались стариком Сентим у него на балконе. Что он тебе предлагает? Деньги, услуги? Сколько стоит твой голос? Что мне за это будет? Он не пытался купить мне голос. Что? Значит, ты это делаешь бесплатно? Это еще хуже.
Попомни мои слова, к концу дня Малео станет магистратом. Если я скажу ему, что ты теперь на стороне этого немощного старика, что ты пытаешься подорвать его с таким трудом завоеванной победы, ты совершаешь ошибку, выбрав не того покровителя, понятно? У меня и мысли не было, но совершаешь большую ошибку. Малео узнает обо всем и заставит тебя живьем пройти через муки Тартара. Удачи тебе. Ну-ка еще раз, на колени. Понятно. Здесь очень диалоги такие. Если вариант ответа не тот. Нажмите X, чтобы увидеть путь к цели задания. Ну и что нажал, где? О, а ты кто? Меня зовут Руфи, а ты лучше будь осторожным. За кого будешь голосовать? За Малиова? Не уверен, что всем тебе можно доверять. Он не сумел защитить собственную дочь в безбрежном городе. Как же он защитит остальных? Я могу тебя переубедить? Нет. Не знаешь, как? Если бы я знал, то мы с тобой не разговаривали. Понятно. Переубедить я не могу, тогда... Пошли отсюда. Ой. Обыскать. Ну, не, прости, я немного не в себе. Я потерял пациента и близкую подругу. Юлия была хорошим человеком. Что произошло? Ее отравили, она пришла ко мне спиной и рта. Для таких случаев я обычно использую редкое целебное растение сильфий. Я узнал, что детство продает ее в своей лавке за углом. Я побежал к нему, но он посмотрел на меня с ухмылкой и сказал: 1000 динариев. Он прекрасно знал, что у меня нет таких денег. Затем этот тоже пожал плечами и сказал: спрос раздает предложение. Недорогая тебе жизнь подруги, я смотрю. В другом месте я бы просто нанял воришку, чтобы он украл сильфи, но золотым правилом себе такое не позволишь. И только я могла что-то вернуться и наблюдать, как она умирает. Извиняться и снова извиняться. А теперь я никогда не узнаю, кто ее отравил, еще и не нарушив золотое правило. Не узнаю, почему с последним вдохом она проклевает ушиноглазую змеюку. Я могу чем-то помочь? Если ты не умеешь воскрешать мертвых, то помочь можно только одним способом. Достань мне сексильфи, я не позволю этому повториться с другим пациентом. А он может прийти и завтра, и через час. Мне плевать, как ты это достанешь. Делай что угодно, если я так потеряю еще одного пациента, то клянусь всеми богами, меня не остановит даже золотое правило. Пойду к тому генетриктом футотор и вырваться прямо в глаза. Сейчас займусь. Ну что можно сделать? Опасные вещи. Что ж, значит, лучше тебе достать побыстрее, верно? Юлия пусто. Инструменты. Набор примитивных инструментов. Так, то же самое. Тупка песик. Шайка, ну, ой. Что это за штука там, висюлька какая-то. Пойдем отсюда. Что за номер здесь сидит статуя? Ну, вот он, детцы. Сауэ. Я тебя не знаю, но добро пожаловать на шрайский уголок в этой огромной империи. Я детцы. Ну, скажи себе, хочешь знать, как я показался? Это долгая история. Ну что ж, занимался добычей редких так тогда, по большей части это скульптура вазы, иногда рабы. Да мне все равно. Я не смогу так долго читать. Либо берем повозку, либо девчонку. Ты взял повозку, верно? Естественно. Новую рабы всегда можно купить, если есть деньги. Поэтому положил руки на полоску, а девчонка, кажется, поняла, что происходит, потому что очень широко раскрыла свой черный красивый глаз. И одним резким движением она сбрасывает полоску прямо в Тибор.
Выходит, ты все-таки взял ее с собой. Конечно, нет, я кинулся в воду. Ты что, я... Ты слушаешь, там ведь были все мои деньги. Но, видимо, я ушиб голову, потому что все вдруг почернело. Когда я пришел в себя, то оказался на берегу неподалеку отсюда. А с собой у меня была лишь одна серебряная монета. Соболезно. Спасибо, друг, но как выяснилось, все это было к лучшему, ведь это место настоящая сокровищница. Ты огляни, здесь золото больше, чем в римской Верарии. Понять бы еще, как его отсюда вывести. Оно как минимум провоцирует страшную инфляцию. Здесь валяется столько золота, что оно грешает, по крайней мере, людей. Конечно, у меня есть мысль, как здесь с настоящим богатством. Для этого мне понравится лук, обычный композитный лук. Я пускал в этот город вдоль поперек, но ничего не нашел. Но если вдруг тебе повезет больше, тащи лук сюда, и тогда мы поговорим. Магистрат ведь запретил оружие. Ну, технически да, но на практике это лишь... Значит, лишь одно. Мне нужно привлечь все личное внимание. Посмотрим, что можно сделать. Благодарю. Для кого будешь голосовать? За Малиова. Сенди, он не смог уберечь свою дочь. Как он защитит нас? Мне бы хотелось, чтобы ты проголосовал за Сенти. Этому не бывает. Ну, естественно, за разум цену тысячу динариев ты его получишь. Иди мне найти 1000 динариев. Ты заложишь цену на лекарство, которое может спасти кому-то жизнь. Это за человек такой. О, это абсолютно законно. Закон спроса, предложения не больше. Бери. Ты это слышал? О чем ты? Шепот. У тебя все в порядке со здоровьем? Если ты слышишь голоса в голове, сходи в клинику Лукреции. Еще одна Невия нам не нужна. А что произошло с Невией? Она утверждала, что Тата ей что-то ей шепчет, но больше никто этого не слышал. В итоге она заперлась в дворце, и больше никто ее не видел. Так я отвлекся. Что... Так, что тебе нужно, Сильфи или нет? А это уже не моя забота. Если ты найдешь себе работу, будешь вкалывать отклад, то лет через 5 сможешь накопить нужную сумму, правильно? А может мне просто забрать его силой? Ну, в таком случае ты нарушишь золотое правило. Она ждет участь тех, кто жил тут раньше. Ты этого хочешь? Забирай его и беги. А ты этого хочешь? Если нет, то давай его сюда, живо. Думаешь, я не вижу, что ты блефуешь, но попытка хорошая. Так, давай-ка еще раз. Еще раз, блин. Не смей. Где привалок? Так, привалок это вот здесь. А, ну. Если он не видит, если да. Блин, мне кажется, он меня спалил за чем-то подозревает. Так, ладно, сохранимся. Ой-ой-ой. Бегите, зам. Ой, блин, я что-то запустил, какой-то стрёмный процесс. Интересно, я успею бежать? Ай-яй-яй-яй. Не укради, не убей. Ой. Ш
Что это вообще происходит? Ага. Понятно. Я понял. Теперь я понял. В галерее сейчас ты приглашу меня встретить с Сентием, чтобы рассказал мне о золотом праве. Ну, баху, сколько я вчера выпил, извини, чтобы не успокоил. У меня вопрос, я пойду. Промо разные сегодня не работало. Я хотел загрузить сам. Если получится, ты сэкономишь кучу времени. Спасибо. Но если не получится, то кучу ты искупаешься. Я попробую сам, если мне не хватает. Ну ты не волнуйся, это совершенно безопасно, наверное. Спасибо, я пойду. Ладно, до встречи. Слушай, ну тут есть смысл, так. Не кради, не обижай никого, никто бы не начал писать это, не успел завершить начатое. Так, в общем, красть у этого чувачка не стоит. Маркер цели, основные задания, доп. Задания, демократия в действии. Дать сок Сильфия в укрепции до того, как умрет. Слушай, я, кажется, теперь он, мне кажется, начинает нравиться. Можно как с временными петлями бороться. Что ты сделаешь, чтобы снять самира? Ее отравили. Ей нужен сок растения под названием Сильфи. Отказывается, мне есть сок Сильфи, можно взять чуть-чуть. Что, давай сюда быстрее. Юлия, глотай скорее. Давай, помогу тебе. Дает Юлии сок Сильфи. Юлия глотает. И снова глотает. Надеюсь, сейчас ее дыхание выровняется. Потрясающе. Как тебе удалось узнать, что ей нужен именно Сильфи именно в этот момент? Ты что, раку? Я путешественник по времени. Ты все равно не поешь, сверху. До меня дошел слух, что он болел, и мне захотелось помочь найти лекарство. Откуда тебе было известно, что ей нужно именно это лекарство, и как тебе удалось его отыскать? Хотя не важно. Тебе только что удалось спасти жизнь. Есть чем гордиться. Возможно, через память она и сама тебя поблагодарит. Может, расскажет, кто ее отравил, про какую черную глазу змею она бормотала. Пока я с радостью помогу, чем смогу. Мне постоянно что-то шепчется, это нормально? Нет, прости, я не хочу тебя пугать, но нет, это совершенно ненормально. Одна дама уверяла, что с ней разговаривали статуи, но это была Неви, и она немножко тронулась. Забудь про мои слова. Какие слова? Расскажи о себе. Меня зовут Укреция, я сразу признаюсь, я не врач, это клиника Неви, я заменяюсь с тех пор, как она пропала. Ну, устал, у меня паршиво, а половину времени я не знаю, что делаю. Ну уж, лучше уж я, чем кто-то из вас, не умею. Как ты сюда попала? Мы с мужем переехали время из Кесарии. Так, тогда потребовать свою подпредама, что он скорее убьет меня, чем соблюдет мое право. Так что стало дожидаться удачного момента, чтобы забрать свои вещи и сбежать. Потом начался пожар. Понятно, ты убежала, ты кинула своего мужа, он сгорел. Ясно. Что думаешь о золотом правиле? Можем поговорить про Юлию. Конечно, что ты хочешь знать? Ты думаешь, что ее отравили она сама? Тебе точно нужно это знать. Если ее кто-то отравил, то этот кто-то точно нарушил золотое правило. Так что думаю, лучше это не обсуждать. Говорим о чем-нибудь еще. Ты не знаешь, как отсюда выбраться? Ну, ладно, давай. Ой, Юлька. Хеллоу. О, это ты, извини, я до сих пор немного не в себе. Ну, спасибо за попытку помочь.
Да ладно. Это не сложно было. Тебе что-то нужно? Укрет сказал, что мне нужно отдыхать. Я могу спросить, что с тобой произошло? Я очень благодарна за попытку помочь. Но обсуждать это слишком опасно. Прошу, пойти к вопросу. Хочу понять, как тебя отравили, не нарушив золотое право. Золотого праха, еще чего не хватало. Боги жестоки, но молю, Клауди куда хуже них. Это они тебя отравили? Прошу, оставь меня, я не хочу это обсуждать. Я не смогу помочь, если ты не расскажешь, что произошло. Ох, ты напористее Немезиды, да? Я могу рассказать, но история длинная. Я никуда не тороплюсь. Ладно, слушаю. Хорошо, я поняла, что никогда отсюда не выберусь, когда провела здесь неделю. Мне стало трудно дышать, и я поняла, что должна как-то выбраться. Когда моя новая подруга Аврелия предложила рассказать мне о тайном выходе. Я была готова на все, а потом я узнала ее цену, 1000 динариев. Она была моей подругой, я сказал, что мне придется копить несколько лет. Она предложила мне взять займы у Малевого, и я согласилась. Почему он согласился одолжить эту сумму? Я подписал договор о том, что отработаю долг за 30 лет, но думал, что так быстро отсюда выберу, что это станет неважно. Я заплатил Аврелия, и она показала мне, ты хочешь знать, что это было? Болиголов. Какое-то ядовитое растение, я так понимаю, да? Что такое болиголов? Смертельный яд из растения. Выпей, сказала она, и сразу же отсюда выберешься. Я, конечно же, потребовал свои деньги назад, но она мне отказала. Она показала на вывеску покупатель, будь бдителен. Это верно, а потом посмотрела на меня своими жестокими черными глазами и засмеялась. Она тут же рассказала Малёва, что я пыталась сбежать, не заплатив, но он не удивился и не расстроился. Он, наоборот, поблагодарил. Тогда-то я и понял, что они заранее сговорились и облапошили меня. Это ведь нарушение золотого правила. Я так и сказала магистрату. Я умоляла Синтия о помощи, но он сказал, что все по закону. Я продала 30 лет своего труда, и он не может ничего сделать. И собиралась сопротивляться, но Малео сказал, что тогда я нарушила золотое правило. Я не могу взять столько смертей на душу, так что он запер меня в своей вилле. Забрал все мои вещи и все это убытка в целом дня и заставлял меня работать в нескромной и унизительной одежде. Его жена Клавдия была не лучше, она заставляла меня делать бесполезную и унизительную работу. Я часами на карачках драила пол, она выливала на него грязь и шипела, что я пропустила пятно. Эти двое отобрали у меня все, кроме одной вещи. Моего болиголова. Ты отравилась? Я просто хотела, чтобы все закончилось. Ну и с этим не справилась, надо было выпить все. Мне очень жаль. Я сама виновата, я доверилась одному из частных черствых людей, каких я только встречал, а потом попыталась обмануть второго. Ужасно глупый поступок. Что с тобой будет дальше? Думаю, когда я приду сюда, они пошлют за мной своего голового реза Домиция. Он отведет меня на виллу и все вернется на круги своя. Только на этот раз я не смогу по ночам успокоить себя мысль, что могу навсегда выбраться. Было бы лучше, если бы я закончил свое дело, честное слово. Не жаль, я могу помочь себе чем-то? Вряд ли, видимо, боги уготовили мне такую судьбу за попытку побега. Буду так жить, пока кто-нибудь не нарушит золотое право. А, может, это будет даже приятно. У меня есть идея получше. Сколько стоит своя свобода? Много, но это не важно. Вчера мы с Ульпием договорились, что покончим с собой. Он в такой же ситуации, что и я. Через месяц после меня Малёва Аврелия устроили ему такую же ловушку. Мы друзья по несчастью. Он уже наверняка сбросил Саброва рядом с виллой Малёва. Если это так, я не прошу себя за нарушение обещания. Может, я ему сумею помочь? Сомневаюсь, что ты успеешь добраться до обрыва. Я не знаю, кто ты и почему так хочешь мне помочь, но спасибо тебе. Эта реплика сделает данное задание приоритетным. Сейчас займусь этим.
Слушай, я спасу вас. Я... Да, конечно, спасибо. И как туда забраться? О, о. Ты бабочки, это и есть путь. Лично они придумали. Ну я делаю что? В моих силах, чтобы помочь себе. Юлия. Ну что можно сказать про первый участок, скажем, сколько там я играю уже, но я уже запутался. Наверное, часик-то уже прошел. Что игруха довольно-таки интересная. С одной стороны, да, биологии, вот эти всякие сюжетные эти перепития, как бы способы изменения ситуации в игре. Ну, единственное, что очень много-много читать долго, это прям утомляет, особенно учитывая, что не так часто вслух что-то читаю. Ну, ладно. Что, продолжим? Так, вперед. Так, мы идем куда? Коли у Коли? Или кто он там? Как его зовут? А, выяснить, как предотвратить мою убийство Упи. Слушай, я думал, она очень короткая, но из-за вот этих всех... О, какая-то новая телочка. Друг, Яктая, добро пожаловать в владение золотого правила. Ужасно, не правда ли? Как твои успехи? Если честно, мне очень нужен Упи. Что ж, хорошо, приятно было посмотреть. Надеюсь, мы скоро знаем друг друга лучше из тебя. Если тебе не верится, все закончится так. О, нет, 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 нет. Ульпи, ты что творишь? Отойди оттуда, если потеряешь равновесие, упадешь. В этом и смысле чего? Зачем? Зачем тебе это? А ты как думаешь? Я обречен весь остаток жизни работать на человека, который обращается со мной как с животным. Я знаю, что ты переживаешь нелегкое время, как и все мы. Но наша общая беда, Ульпи. Прошу, пожалуйста, просто задумайся, этот поступок может оказаться грехом, который обречет всех нас. Этого ты хочешь? Прости, но мне уже все равно. Пожалуйста, Ульпи, помоги ему. Если он это сделает, нам все может прийти конец. Я не знаю, как быть. Мне никогда не приходилось иметь дело с подобным. Прошу тебя. Прошу, помоги нам. Ты действительно считаешь, что его самоубийство нарушило это правило? Удачи с этим, я пойду дальше. Ладно, я поговорю. Спасибо. Ну, пожалуйста, выбирай слова с осторожностью. Давай же, вперед. Ульпи, мы можем поговорить? Да, угадаю, будешь получать меня, что самоубийство преступление в империи? Нет, я считаю, что ты имеешь право умереть, если достаточно собрался. Я просто собираюсь спросить, я спогонял свою жизнь, вот что стрессовать. Занял деньги, а когда не смог их вернуть, оказался в долговой кабале. Я обречен быть в расе у этого Кумуватас. Молю его до конца своих дней, мне пора. Где бы ты ни была, Синтила, любовь моя, прости меня. Ульпи, нет. Я не могу поверить, что он на это пошел. Я, господи, несчастный ягненок. Да крыша мука. Его самоубийство не нарушило. Ну, думаю, это означает, что самоубийство не грех золотого правила. Следовательно, какой бы бог за этим стоял, он не мой. Да нет. Это не твоя вина. Тебе бы не удалось дать ему то, чего он хочет, всего лишь через мгновение после прибытия. Мне нужно рассказать все о том, что произошло. А Малеву придется убираться в свою виллу. В конце концов, сам довел до этого Ульпи. Мне лучше помолиться за бедного Ульпи. Так, прыгай. Так, что там?
Отлично, спросите ульпи, а как бы описать смену? Понятно, нужно создать временный парадокс. Так, я же вроде хотел выяснить как. Блин, ну все зацепки, ульпи спрыгнул. Что мне делать? Что делать? Говори устами. Да, жестокое правило, если ты даже не знаешь, что нужно нарушить, чтобы это случилось. Найди лук. О, стрела с оперением, я нашел ее. Так, а почему именно... Я запираюсь, не пытайтесь идти за мной, ничего хорошего не видно. Так, лук. Почему именно в этом месте? Шепот мне подсказывает лук. Где лук? Так, ну явно должен быть еще какой-то вход, не? На этой веревке можно съехать, это блин. Так, здесь был какой-то сундучок. О! Ну что, обжегся типа? Ну, блин, как обойти-то? О, еще один сундук. Динарии. Так, спрыгнуть здесь не получится самостоятельно, да, в пропасть? Ясно. По стене он явно тоже не умеет лазать. Ну так, что мы имеем? 246 динариев, 10 стрел с оперением. А нам он нужен лук. Не верю, с этой вообще никак не поговорить, да? Понятно, бесполезняк. Найден лук. Тут сервадон. Так, интересно. Ой-ой-ой. Блин, тут наверняка как-то можно по крышам побегать. Только как мне не упасть туда? Да блин! Ладно, я больше не буду проверять это. Так, а тут мешочек. О, ящики. Бесполезные ящики. Да, вон, точильный камень. Вертилий.
Неужели ты хочешь быть ответственным за грех, который уничтожит всех нас? Вергилий, грешник. Наковальня. Римская наковальня выглядит странно без рога. Должно быть, это более современная версия. Лопата. Римская кочегарная лопата из бронзы. Ах, не забой. Вергилий, я знаю, кто ты, чего бы ты хочешь. Сверни с этого пути, пока мы не пострадали за свои грехи. Блин. Так, если я украду, начнется заново, да? Я смогу помочь этому простачку. И ульфи это грешник. Ну-ка, Вергилий, поведай нам о своих грехах. О, я вижу новое лицо. Салвей, добро пожаловать в нашу скромную общину. Многим сложно выговорить мое имя, так что зови меня просто Вергилием. Я слышал, что это тебе нужно благодарить за спасение Юлии. Рад, что твое появление здесь было таким своевременным. Себя. Что ж, я архитектор, или по крайней мере был когда же в Риме. Пожалуй, считается слишком помпезным. Здесь я лишь помогаю с починкой и стараюсь, чтобы обветшавшие здания не рухнули людям на голову. Но тебе, наверное, не слишком интересны хитроумные постройки. Загадочная история этого места. Верно. С тобой, друг, будет легко найти общий язык. Спасибо. Но слушай, я не делал ничего дурного, если ты об этом. Может, кому-то не нравится, что я предпочитаю проводить время в компании мужчин? Вот, от тебя ничего не слышно, да? Извини, это было невежливо, да, мне нравятся мужчины. А если растешь на серебряной магии, как я, то привыкаешь к некоторой враждебности. Батало знает не за их терпимость. Стольких моих друзей знали и любили, что я понял, что может стоить болтовня в своих предпочтениях. И я скрывал их на протяжении, сколько там, примерно 10 лет, следил за тем, что говорил и куда смотрел. Но этот страх медленно тебя пожирает, в какой-то момент жизнь для тебя становится ничем не лучше, чем его ты боишься. Нет, то, что ты говоришь, но раз я теперь живу под землей за тысячи миль от знакомого мира и под вынешенным именем, просвещенный народ баталов не слишком хорошо воспринимает откровение. Как бы там ни было, римляне гораздо терпимее, из-за них я смог быть тем, кто я есть. Или, по крайней мере, так мне казалось. Видимо, я ошибался. Ты знаешь, что пишет не только надпись? У меня уже накопилось коллекция записок. Странно то, что о своих предпочтениях никому не говорил. Здешние мужчины меня никогда не интересовали. Они не в моем вкусе, так что я не знаю, чем я так не угодил своему недоброжелателю. Если выбирать наугад, то я бы, наверное, думал на одного из сектантов. Сектантов? Странные, и настаивают, что есть лишь один бог, и что для него мое естество грех. Уму непостижимый, да? Если кто-то из них и здесь, то не признается. В прошлом году они предположительно спалили половину Рима и теперь прячутся. Не знаю ли что, если от этих угроз станет больше, мой тайный поклонник перейдет черту нарушить золотое правило. Что ж, я думаю, само разрешится. Будем надеяться. Никого будешь. Ну, Малео обещает снять некоторые ограничения. Хоть пока его слова звучат туман, по крайней мере, мне понятен его замысел. Ну и голос не продается, если ты имеешь в виду. Продолжаем. Стандарт.
Давай я выясню, что, серьезно, я такого не ожидал, но спасибо, всегда приятно встретить такого самоотверженного человека. Я очень рад, что твое появление было таким своевременным. Предлагаю для начала проверить секунду. Ну или, может быть, поспрашивать место купцов. Кто-то из живущих или работающих по форму должен быть что-то заметить. Но если найдешь, пожалуйста, не причиняй вреда не смей, подбирай, что они просто запутались. Посмотрим попозже, давай-ка. Тайным поклонником. Ты замер здесь. Так, стоп, мне кажется, я здесь был. Вергилий Гомосек. Добро пожаловать в мою скромную лавку. Да вот он же, блин. Вылитый его Георгий. Не рады, что среди нас наконец-то появился кто-то незримо. Должен заметить, что одежда у тебя очень необычная и модная. Кожаные сапоги, мисс сандали, аккуратно скроенные брюки. Про как необычно выглядят. Мне довелось путешествовать подалеку тем торговым путем от рынка до Маска, до фирмы Индии. Но такой одежды, как у тебя, я ни у кого не встречал. Прошу, скажи, из какой экзотической части мира ты родом? Моего народа пока не существует. Я из-за пределов известного мира. Ой, ты любишь исследовать мир, как и я. Чудесно, у тебя должно быть запас много интересных. Как бы их услышать. Ладно, мы успеем познакомиться поближе. Тебе нужна помощь? Вижу, одежда у тебя не нужна. А вот, может, информация пригодится. Так, за кого будешь голосовать? Ну, то, друг мой, тащи дилемма после долгих размышлений с то, что проголосовать за Малиова. Но хотелось бы, чтобы Домитси еще раз на визит, если я пробую не за того. Сомневаюсь, друг мой. Не узнаешь, что угрожает Вергилию? Какая тревожная новость. Боишься, не знаю. Но ведь это такой бред. Помимо, что вчера вечером видел, как кто-то разносил стены его вам. Спроси ее об этом. Воу. Блин, нельзя украсть, да? А где твоя помощница? Бред, вы живете 20 человек вас. Вы еще друг другу торгуете. Что-то там. Это у вас не должно быть все бесплатно. Поделитесь как община. Это чувачок. Помню врагу он. Ты кто? Где он? Ну что-нибудь? В баню проник мужчина, неприятный такой, спрятавший лицо, а еще у него оружие. Сделал что-нибудь, иначе он нарушит золотое правило. Что мне сделать? У меня нет оружия. Подожди, а ты вообще кто? Ни у кого из нас нет оружия. Магистрат заставил нас выбросить оружие в ущелье, поэтому бросить штук лук того мужчины. Мне придется импровизировать. Почему? У тебя нет мозгов или сердца, если ты его не оставишь, мы все умрем. Когда разберешься, найди меня в этом пустом храме. Слушай, ты о чем? Кто-то шептал, нет. Что, у нас нет на это время, нужно идти. Уф. Оф, fucking shit. Как это вообще произошло? Блин, я не успел ее расспросить ни о чем. Бедняжку завалили.
Я вообще не понимаю, зачем она туда пошла. Может, вроде какого-то мужчину она попросила найти, и в итоге пошла. Да. Найди меня, шепчет ему неизвестный голос. О, это что за место? Ваза греческая. Греческая статуя, вероятно, богиня, которая посвящена этому храму, может, и какой-нибудь местный грек знает о ней больше. Опачки, какой-то тайный проход. Слушай, я нашел чью-то нычку. Ну что там? Бесшовная подгрузка. Что-то может лагать, тут же наоборот мало пространства погружается. Лира. Греческая. Бюст. Статуя. Лира. Тут конкретно какая-то движуха идет. Или по количеству инструментов каких-то музыкальных статуй. Блин, прикольно, ничего себе, нашел какую-то потайную лазейку. Ого. Ну что еще за место такое? Гость, привет. Добро пожаловать, нужно узнать твое имя. Я Вегаплеер, я искренне с тобой познакомился, скажи мне, что тебя привело вниз? Тогда, возможно, Мойра приведет тебя сюда, чтобы открыть тайны этого места. Я расскажу тебе все, что я знаю. Но для начала у меня есть просьба. Я многие годы живу тут один. Мне и поговорить не с кем, кроме как с самим собой. И перед смертью я ничего так не желаю, как хорошего философского диспута со знающим человеком. Надеюсь, ты именно такой человек. Чтобы это узнать, ответь на один мой вопрос. Ты знаешь, что за бог придумал золотое правило? Конечно. Пока что нет. Тебе предстоит многое узнать. Лучше всего, если ты выяснишь это самостоятельно. Возвращайся, когда продвинешься в поисках. Прошу тебя, скажи мне. Когда поговоришь со своими современниками наверху, пусть расскажет тебе истории своей жизни, и, может быть, ты заметишь кое-какие совпадения. Будет лучше, если ты выяснишь все самостоятельно. Ты мне все равно не поверишь. Ого. Слушай, они все сюда попали, я уже по нескольким заметил причинам. Кто-то из них нарушил законы. Кто-то подлым был, как Демеций тут. Душа. Слышишь, грех могу быть все. Тут еще куда-то можно пройти. Блин. А, ничего себе, это вот. Путь назад, а это путь вперед, да? Так, а что тут еще есть за пути? Так, эта дверь заперта. Какое-то окошко там видно. Это все, да, отсюда. Ого, я перелетел прям. Слушай, раз ты можешь ходить по воде, давай посмотрим, что есть тут. Так, за водопадом ничего. Погрузки. Да, топорненько, конечно, так все сделано, ну ладно. Оу.
что ты здесь? Ты знаешь, что Бог это сделал, нет? Ну, явно не очень добрый. Я не знаю, что он хотел от вас получить. Послушание какого-то. Чтобы все жили по одним флагам правилам. Так, это у нас место как-то выделяется. Кажется, я откуда-то отсюда пришел, не? Ой. Чувачок с луком. А ну постой, я ищу тебе Реквинсия Криспа. Также здесь, но как просто Квинсия. Ты знаешь, где он? Нет, Квинсия, я не знаю. Что-то я сомневаюсь в этом, так что позволь кое-что объяснить. Давай. Я здесь приказываю самого императора Нерона, чтобы найти сектанта по имени Квинкс и казнить его за ужасное преступление против империи. Так что, если ты говоришь правду, я пощажу тебя, но если ты лжешь или мешаешь исполнению воли императора, все же тебе в грудь вот эту стрелу. Тебе это ясно? Ясно. Спасибо. А теперь скажи мне, кто вы такие, что это за место? Почему бы тебе не отпустить этот пол, когда ты сам сможешь обо всем узнать? О, какой гостеприимство. Хочешь, чтобы я потерял бдительность, да? Еще чего, я недавно себя набросился. Мне говорили, что этот принц сектант, я даже не думал, что он будет настолько глуп, что приведет меня в самое сердце своей таинственной секты. Подожди, какой еще таинственный сектор? Прекращаю увиливать. Меня не волнует, кому вы тут поклоняетесь, Бахусу, Великой Матери или Христу. Вы для меня все одинаковые. Все вы тайком ходите в тайное святилище, забиваете друг другу голову своими жалкими мантрами. Может, раньше император вас и терпел, но после того, как что сделал Квинси, эти дни сочтены. Я все не так понял, мы не сектанты. Это ты так говоришь, но если мы сектор, то зачем вам скрывать это место? Мы его не скрываем, мы не можем отсюда выбраться. Ну тупой ты, конечно. Мы не можем просто уйти отсюда. Угрозами ты ничего не добьешься, но в любом случае это все ужасно напоминает секту. Я видел надпись, решивший грех погубит всех. Это какая-то мантра, в которую вы все верите, я правильно понимаю? Это не мантра, это предупреждение. Отличие без различия. Вижу, тебя основательно заморочили голову. А теперь скажи, откуда у вас столько золота на все эти статуи? Когда-то они были людьми, но их превратили в золото в качестве наказания. Так вы еще и приносите жертву людей, вы мне отвратительны. Мы никого не превращаем в золото. Ну конечно, все так говорите, не правда ли? Это наш Бог приказал нам. Тем не менее, все я тайное святилище, внушение, мантры, теоретические жертвоприношения, вы сектанты. Я в этом абсолютно уверен. Отлично. Ну что, правда меня поражает? Это подобный фанатизм. Люди просто перестают понимать, кем они стали. Но у тебя еще есть шанс купить свою вину и скажи, где Квинси. Не устрачиваю впустую. Так, я ни понятия не имею, кто это. Что ты можешь рассказать мне о Квинси? Когда мне от тебя никакой пользы, если скажешь что-нибудь перед смертью. Я соврал. Я себе так хочу знать перед смертью, правда, вот она. Когда я закончу с тобой, Квинсом, собираюсь перебить вас всех до последнего, жалкие выродки. Ничто на свете не принесет мне больше радости. Oh.
А, то есть я не превращаюсь в золото, да? Блин, 147 метров мне надо бежать. Какие-то золотые лучники откуда-то взялись. Блин. О, они все оживают, как будто, да? Так, это тот режим, в котором... Блядь, этот придурок за мной бежит. Понятно, это будет постоянно, блин, что-то какой-то фильм мне напомнило, петля времени, что-то там еще какой-то был. Если я ему в лицо посвящу, он поймет. Так, я знаю. Юля умирает, но лапреться не сможет помочь без сока сил. Возьми, отнеси все живо. Ну нет, ладно, сейчас займусь. На этом все. И скорее. Почему в этот раз я такой вариант выбрал? Беги, Форест, беги. Так, а это куда дорога? О. Так, ух ты. Привет. Скажи себе, меня зовут Дули, я здесь сейчас живу, потому что натворил дело, меня пришлось запереть. Что ты натворил? Я не знаю, у меня плохая память. Думаю, это все потому, что я искал сокровищ. Кто-то решил, что ты собираешь что-то украсть? Да, но я не хотел, я просто искал. И все? Они сказали, что я сделал это, и не один раз, но я плохо помню. Когда меня назвали плохими словами, они говорили, что я посмеха общества. Помеха? Да, и сказали, что теперь я должен жить здесь. И дали мне это письмо, но у меня плохо с словами. Ты можешь прочитать его? Письмо Синтия к Дули. Бесхитрат Синтия объясняет, что Дули был заперт, чтобы предупредить его пытки вторжения. Что там написано? Ты говоришь, что тебя несколько раз вывели на незаконном проникновении и заперт, чтобы ты не нашел крутое правило. Но мое сокровище. Какое сокровище? Мой друг Ганнибал присматривал за мной и сказал, что он всегда будет присматривать, но потом он умер. Это было очень грустно. Он сказал, что если с ним что-нибудь случится, я должен найти что-то очень ценное, спрятанное в доме. Он дал мне этот ключ и заставил пообещать хранить его до тех пор, пока я не найду сокровище. Но я не смог его найти. Я помню только, что он говорил что-то от цистерны. Но когда я поднялся на самый высок, меня посадили сюда. Теперь никто не заботится обо мне, кроме моего друга Галерия. Эх, жрицы. Она милая дама. Если ты дашь мне ключ, я попробую узнать, что он открывает. Ганнибал сказал, что я не должен давать его тем, кому не доверяю, но может... Ты поможешь мне выбраться отсюда? Тогда я вот буду тебе доверять. Очень. Магистрат переместился на нее просто так. Делаешь плохо, ты мне не нравишься. Серьезно? Ну, блин. Чувачок. Я единственный твой шанс был, а ты завыпендривался. Айдит на дуле. Дули. Дули процедули. А, вот, самое место. Пабе. Как думаешь, кто угрожает? Пиши себе, нужно действовать немедленно. Как ты поможешь или нет?
Я разберусь, найди меня в этом пустом храме. Не иди туда. Что? Почему? Просто доверься мне. Ну ладно, тогда найдешь меня в пекарне, только береги себя. Ну вот, отлично. И я предотвратил. Короче, нужно предотвращать их гибель. Так, ну как с этим придурком бороться, я не знаю. Он же неадекват. Какой бы вариант ответа не выбрал. Не важно, что я тебя все равно пытаешься меня убить. Все правда, должно быть, типа, мне уже расходить судьи. То, что тогда перейдем сразу к делу, скажешь что-нибудь перед смертью? Если мы все, мы все умрем. Так ведь очень удобно как раз выбираться всех убить. Блин, я думал, можно как-то луку дело забрать. Блять, опять. О. Ну-ка пойдем назад вообще. Ой, блин. Не варик вообще. Там меня застрелят очень быстро. Давай, загружайся. Блин, я понял, про какие они спойлеры говорили. Блин, может действительно не стоит спойлерить? Хотя кто это увидит вообще? Действительно, пару человек в мире, это не сильно критично. Да, ребята? Даже никто не пишет никаких сообщений. В каком это вообще игра? Мне она нравится, но... Блин. Мне кажется, что О, май гад! Блин, все-таки меня настигла смерть окончательная. Блин, я же, наверное... Тут нет автосохранения, да? Блядь, если сейчас будет написано, что я загрузился на рынке возле этой лавки, когда пытался украсть бутылку эту с соком, то будет печально. О, нет, слушай. Аллилуйя, блин. Тут есть автосохранение, все-таки я испугался, что их нет. Так, а как мне с этим придурком бороться? Спасибо, так аж судно, поэтому пока я тебя не убью, но лучше тебе не встать мне на пути. Ну, я понял, про какой он храм сказал. Давай, иди туда, убийца. Тот храм, который завалил ту телочку. Давай, я посмотрю на эту даже. Она может обрушить любую секунду. Деревянный лук, я нашел лук. Блин, написание Рон приказал казнить храм, все, которые глаза разного цвета. Ага. Спасибо, дружок. Итак, у меня теперь есть лук. Глаз голубой, другой зеленый. Эй, ты прости, что беспокоен, но я не мог не заметить твой замечательный лук. Может, не знаю, где тебе удалось его раздобыть, особенно учитывая запрет нашего горячо любимого магистра, но я впечатлен. Ведь предугадаю этого твой вопрос, нет, покупать его тебе не намерен, мне деревянный лук ни к чему. Я бы хотел предупредить своего рода совместное предприятие.
Вот скажи, ты знаешь, где здешние, как здешние обитатели превращаются в эту статую? Статуя оживает, посыпает людей градом золотых стрел. Он мне казалось догадаться мог только я. В любом случае, все, почему пара стрелков достаточно, чтобы превратить взрослого мужчину в золотые статуи? Это, конечно же, полный фарс. Люди тратят свои жизни, веря в эти байки. Хорошо бы это прикрыть, но с другой стороны. Я все вспоминаю басню этого греческого паренька Эзопа про гусыню, несущую золотые яйца. Только представь, золотые животные, насекомые, деревья и растения. Прикосновение меда столько беспосредственно. Это же не смерть, не богатство. И даже если поделим эти богатства на двоих, то беднее не станем. Несметные богатства, не то и несметные. Но как, интересно? Мне кажется, басня про золотую гусыню — это предостережение. Может, я читал не слишком внимательно, но ты не цепляйся к вам. Так что тебе интересно? Это ужасающе безнравственно. Вот, я так и не предполагаю, использовать такой лук на людях. Зачем нам нарушать золотое правило? В таком случае продолжай. Отлично, а первый вопрос, как мы раздобыть этот золотой лук? У меня есть план, но сперва скажи, как тебе известна стрельба богини Дианы? Не особо. Но проблема, не проблема, сейчас расскажу. Диана — это богиня охоты, луны и подземного мира. Все смотрят на это по-разному. Единственное, в чем сходятся и поэты, и жрецы, наносил с собой золотой лук, получен золотыми стрелами. И так уж получилось, что на этом самом форуме есть храм Дианы с прекрасной статуей самой богини. И как думаешь, что же она держит в руках? Золотой лук. И именно, словами не передать, сколько времени я провел в этом крае для лук, пытаясь понять, как заполучить его, не нарушив то самое правило. И ты хочешь поручить каждому мне? Боги, нет, если ты попросишь его украсть, мы все умрем за считанные секунды. Я предлагаю следующее. Ты отдашь мне свой лук, я покрою его тонким слоем по золоту, и в итоге у нас получится точная копия ее золотого лука. А твоя задача — войти в храм, потушить жаровни и, не скрываясь внутри, подменить оригинальную поделку. Это не воровство, а просто обмен. Но имею в виду, это опасная затея, невозможно предугадать, к чему она приведет. Но пойму, вот тут лучше, все лучшие приключения начнут с чего-то незаконного. У тебя наверняка есть вопросы, не совсем задавает. А почему я просто не могу взять? Потому что боги это увидят. Потому что я предлагаю тебе свой вариант. Почему ты не можешь сам это сделать? Я теоретик, а ты у нас явно любишь практику, героический подвиг. Я тебе в этом совершенно верю. Но это ведь опасно. Как думаешь? Я ведь я заботил опасность, когда он украл огонь у богов и стал героем всего человечества. Справедливо. У меня больше нет вопросов. Ну так что, напарник, ты в деле? Если вы не любите элементы экшена и фора, то можете отказаться. Ну, вообще-то я люблю как раз-таки это. Сделаю это, только не называй меня напарником. Чудесно. Ну что, давай сюда лука, я нанесу на него по золоту. Это качественное оружие, дай-ка мне минуточку. Ну вот и все, лук из сексуального золота. Фальшивый золотой лук, обычно. Так, я открыл храм Дианы, так что иди внутрь как можно скорее. У нас в конце улицы слева, пусть боги отвернутся от тебя. Неприятно, конечно. Пожелание такое. Если на будто бы более похоже, его могу оставить. Их никак не убить, да? Я понял, я затупил. Короче, подмена лука ничего хорошего не привела, да? Или у меня не получилось подменить его?
А, слушай, мне... А, потушить жаровню забыл я. Еще. Да, у меня чудесно просунем под дверь и открою ее. Медленно соображаешь, верно? Да, я тебя запер. Пока ты не дашь мне, будешь сочать здесь, как Тантал, как Тали. А раз ты не нарушаешь золотое правило, ты сказал мне, что мы поделим богатство поровну. Тихо, нет, слушай, такого не говорю, я сказал следующее. Даже если мы поделим эти богатства, мы не станем. Я не понимаю, что ты не можешь отличить гипотетические размышления от обещания. Как мне доверять тебе после того, как ты меня обманул? Выпусти меня, иначе огорчаться на свободе. Лук живой, даже не думай отдать мне фальшивку, я узнаю свое творение. На твоем месте я бы передумал, уж не знаю, понимаешь ли ты. Еще ты находишься рядом с сильным гнездом, а они могут быть агрессивно настроены по отношению к чужакам. Знаешь, говорят, чтобы убить мужчину надо на 27 ос, но мне всегда было интересно, откуда люди могут там здесь. Ну что, проверим эту информацию. Кто бы мог подумать, да? Ну, он же золотой, да, он же превратил в золото. Пошел ты нахер. Я сделаю из тебя золотую статую, когда выберусь отсюда. Уж это прикольно. Элементы хоррора, экшена. Пачка с губкой. Фу, блин, туалетные бумаги. Что за мерзость? Динарии. Билетики. Водичка. Ого. Блин. Тебя не понял. А, выстрелили. Типа, подожди. Я что могу? Я превратил водоросли в золото. Ну, это супер крутой лук. Ну вот это вообще мне нравится, слушай. Место убийства превращать в золото всех. Ага. Кто ты там? Я, кажется, застрял. Он не открылись. Ник-ник не вей. Моя дорогая Галатея, я пишу это, чтобы однажды, когда мы наконец будем вместе, ты поняла, что я сделала и почему. Другие посчитают меня сумасшедшим или чудовищем, но мне все равно, что они думают. Все, что я делаю для тебя. Серьезно? С самого начала, вскоре после прибытия, когда я шел по коридору, стал золотым фильм, оказалось, что я услышал позади себя шепот. Пары ветра, будто металлические голосовые связки напряглись, чтобы произнести пару слов. Я пытался отогнать эту мысль, сосредоточиться на меня, но этот мучительный шепот преследовал меня. Через несколько недель я снова услышал этот шепот в поле бани. Мое внимание привлекла статуя ремлинка, одетая к столу.
Ее лицо было искажено мукой и страхом, что самое тревожное оказалось, что она смотрит прямо на меня. Блин, я думал, проходя мимо, я снова услышал напряженный шепот. Я, обернувшись, увидел, что, несмотря на то, что я уже был в другом месте, она все еще смотрела прямо мне в душу. Тогда меня осенило. Это была не статуя, а женщина, запись в золотой тюрьме. Естественно, я рассказал остальным, но не смогла воспроизвести результаты эксперимента, мне не поверили. Вместе сцена с того момента я осознал весь ужас этого места. В этих статуях обездвижены живые люди. Но в тот день, моя любовь, разбилась. Блин, не торопись. Это прикол. Ой, я к этой Ниве, наверное, пришел точно. Чего-то она будет удивлена. Найти способ попасть в дворец. Сам того не ведая, я смог это. За закрытыми дверями. Ты кто вообще? Прикольно. Хотела на меня напасть, да? И это был не человек. Это была уже какая-то позолоченная статуя. Это не... В голову тебе, хэдшот. Так, где там? Тоже сразу тебя позолотим. На, в голову тем. Тут что-то, какой-то экшен, да? Можно пострелять. О, динарики. Вроде непонятно, для чего они мне тут молились о защите. А вот стрел, да, действительно мало не бывает. Вот как и на тебе, тупая ты трухляшка. Что это за существа и почему они бегают? Тебе здесь не должно было. Против вот всего злого-то. Блин, я думал, мы с тобой разобрались. Эй, ты чел. Пожалуйста. Он сказал спасибо. Тебе тоже спасибо, да? Пожалуйста, вам всем. О, еще какой-то подземелье. Так, так, так. Так, есть какой-то проход в подвал. И дверь. А, отлично, здесь не зайти тогда. Получается, выбора у меня нет, да? Это никогда не окончится. Очищенная статуя. Пожалуйста, я вас спас.
В огородство играть не буду. Не знаю, зачем это делаю, мне нравится этот звук. Пристрел с оперением. Ой-ой-ой. О. Пока. Ты че такой тупой? Я же попал в воду, когда ты бежал. Трухляшка. Так, подожди, а чё он залазит? Чё-то не понял. Ну, отлично. Типа, можно залезть, но... Блин. О, подожди, у меня почти получилось. Где-то тут по краю текстурки можно забраться. Оп-оп-оп-оп-оп, давай-давай-давай-давай. Ну ты чего? Так. Блин, их же уже никак не переместить, да? Блин, серьезно, я 20 тысяч раз нажимал пробел прыжок. Пробел W. Так. Ты серьезно, блин? Что ты там делаешь вообще? Блин, типа можно было по деревьям по этим пробраться наверх, но я почему-то пошел по сложному пути, да, типа? Типа я вас сейчас запинаю здесь всех. Пошел вон. Блин. Короче, надо все превратить здесь в золото, да? Ой, напугало. В принципе, просто два варианта было, типа, стелсу пройти и разобраться с этими каменюками. Ой, блин, стрелять, конечно, медленно. Вдыхает с облегчением, значит, я делаю добрые дела. Угу. Очищенные статуи. Это как будто их заставили немножко, так скажем, поработать после смерти. Там заморосил. Ты что, одного выстрела недостаточно в голову? Понятно, я, короче, зря заранее.
Короче, потратил чуть больше стрел, чем мог бы. Окей, я это понял, спасибо. На, получайте, блядь. Стрел 1000. Сбил стат и привлек внимание, а потом бросил туда золотую стрелу. Да, но я просто даже не видел, что вы там где-то есть еще. Опа, побежали сюда. Мне нужны еще стрелы. О, ключ от двери дворца. Дневник Невии. Моя дорогая Галатея, узнав ужасную правду о золотых статуях, я бродила по городу как в кошмарном сне. Каково должно быть этим бедным душам, замурованным золотом, но каким-то образом сохранившим жизнь? Заперты в своем личном царстве смерти, они обречены на вечные муки, которые любому покажутся ужасными. Я пыталась хоть как-то облегчить их участь, начала разговаривать, проводить с ними время. Я придумывала, кем они могли быть, давала имена, рассказывала о мире, об истории, об легендах, которые читала в детстве. Пока остальных больше, все больше настораживали мои действия, я искала уединение, предпочитая компанию своих несчастных подопечных. Я обнаружила вход в заброшенный дворец и стала гулять по его залам и делиться с его обитателями древними преданиями об Аполлоне и Дафне, Персее и Медузе, Пигмалионе и Галатее. Пигмалионе скульпторе, который влюбился в прекрасную статую, обратившись за помощью к Афродите, сумел оживить ее. Именно тогда я услышал, как ты шепчешь мне, Галатея. Прости меня, я знаю, что это не настоящее имя. Оно взято из сказки, но когда я повернулась, чтобы посмотреть на тебя, то увидел самую великолепную женщину, которую когда-либо встречала, а на твоем лице навсегда застыло выражение гнетущей грусти. Наша встреча дала мне новую цель — освободить тебя из золотой тюрьмы, чтобы однажды я услышал, как ты произносишь, а не просто шепчешь свое истинное имя. Поэтому я собрала инструменты для долгой и трудной работы, заперла дверь вот за место и принял за дело. О, так это ты больная, придурочная дура. Слаж очищенные статы, так это ты их сделала такими? Ты снимаешь с них золото, они превращаются в психов и пытаются убить всех вокруг. Подожди, отсюда что, некуда дальше идти? Почему я назад пошел? Вот же есть. Тут, наверное, армия сейчас их уже будет очищенных, да? Музычка такая печенькая. Я понял, что за звуки я слышу. Это она счищает с них этот. Я лучше вас всех обезврежу. Получи по голове. Блин, я, конечно, пройти туда теперь не могу, ну ладно. Или же есть другой вход, придурки. А, ну туда вообще нечего было заходить, ничего нет. Так, что? Монетки собираешь тут? Стрелы, да, стрелы нужны. Так, давай сейчас проверим, что тут есть. Тут ничего, и тут ничего. А здесь нельзя, да, никак проползти, типа. Точно? Блин, странно, такое большое отверстие, и типа я не могу пролезть, да? Ну, сори, я жирный.
Отрывай, отрывайся. Опа. Кажется, я обманул систему. Так, эти ворота нигде не открываются, да? Так, я видел здесь сундучок. В нем есть стрелы. Ну, 70 метров. Мне кажется, или я просто... Не могу понять еще. Блин, не сел. Ты еще не с первого раза делаешься золотым? Почему вы не за ней бегаете? Ого, вот это в натуре хоррор. Вот это да. Это вот страшная штука. Она действительно пугает. Посмотрите на его голову. Что она как извивается. Он бы еще сейчас кричал, блин, жалко. Нечем его пнуть просто. Где там под фоторежим, да? Просто снимок. Блин. Где тут камера? Все, достаточно пары снимков. Это как будто я маньяк тут на там. Так, подожди. Блин, Карл. Я, кажется, не то сделал. И туда вообще не надо. Походу, мне все-таки надо сюда. Нет. Ну отлично, блядь. С самого начала, да? Это прикол. Так, подожди, если это могу прям вот так лазать по стене. Что же? Это как-то это не так работает, как я хочу. Или я запутался уже. Так, эти бабочки везде летают. Так, мне показывают туда 80 метров.
Ну, я туда не пролазь никуда. Здесь никаких проходов больше нет. Так, есть проход наверх, помню. Так, двери заперты. Здесь тоже не пройти. Блядь, напугал в натуре. Гомосек. Пошел вон. Пока. О, кажется, я здесь не был. Попались на. Что-то прикольно сделано. Так, кажется, я что-то там пропустил. Что я так 1000 динаров наберу, это. О, кажется, я иду правильным путем. Так, что с монетами, записка. Моя дорогая Галатея, попытки освободить души из золотых тюрем привели к неожиданным результатам. Первой моей подопечной была гречанка, которую я назвала Иодама, в честь афинянки, превращенной медузой в камень. Пробурив золотом, которым она была покрыта, я убедилась, что под сантиметровым слоем золота настолько прочно, что это должен быть какой-то сплав, находится живая плоть. К сожалению, этот золотой сплав сросся с ее кожи, убрав его, я обнажила сухожилия и мышцы. Это, похоже, причинило ей страшные муки. Сначала я напряглась, ожидая, что причиной такой боли нарушить золотое правило. И все же почему-то этого не произошло. Какой бы бог ни был ответственен за заключение этих бедных душ, его совершенно не волнуют их страдания, они позабыты. Не останавливаясь на достигнутом, я продолжил работать до поздней ночи, пытаясь как можно деликатнее снять золотой слой, покрывавший девушку. В конце концов, мне удалось освободить большую часть ее тела. Но избавившись от оков, та первым делом со всей силы вцепилась мне в горло своими открытыми металлическими когтями. Вот какую благодарность я получил за попытку спасти ее. Что бы ни заставило ее Адаму напасть, она явно не подходила для эксперимента. Я был вынужден запереть ее в изолированном крыле дворца, работая над другими. Я слышу, как она пыталась вырваться наружу. К сожалению, остальные эксперименты привели к такому же результату. Действительно. Теперь большая часть дворца стала слишком опасной для работы. Все же, как бы не болело мое сердце от осознания того, что ты страдаешь, я не могу пока рисковать, пытаясь снять себя за позолоту. Не раньше, чем я доведу до совершенства метод, который вернет тебя целиком и душом, и телом. И обеспечит сохранение твоей человечности. Обещаю тебе, однажды мы будем вместе, даже если мне придется освободить все статуи в этом забытом году. Гами вместе. Да уж. О! Да что такое? Отзовитесь уже, пожалуйста. Не, я немножко озолотился, слушай. Просто ее запинала на суше и не превратила в золотую статую. Да блин, как они могут вообще жить, типа? В
Да, мне казалось, что я много стреляю с луком. Но это не точно. Вообще стрелы как-то странно себя ведут, конечно. А почему здесь? Да. Это кто вообще? Откуда взялся? Пошел вон. Так, он сохранится. Ой-ой. Пошел прочь. Да, кажется, я подбираюсь к ее мясному логову все ближе и ближе. Очевидно, номер два. Да, метод она, конечно, видимо, там изощренный прям еще. О, жуть какая. И это сделала какая-то... Мне кажется... Ты... Назад... Обернись назад. Ой. Больная тварь. Ты должна быть Неве. А ты та презренная змея, которая проникла в мой дворец и вмешалась в мои эксперименты. Что хуже всего. Посмотри, что из-за тебя мне пришлось сделать с ней. Этого никогда бы не случилось, если бы тебе не пришлось. Ты заплатишь за это. Ты думаешь, меня это волнует? Мне все равно, что будет со мной, лишь бы тебе досталось по заслугам. Я тут ни при чем. Ты лжешь, я запер у рот, я оставил сообщение, чтобы все оставили меня в покое. Я просто хотел спокойно проводить свои эксперименты ради нее. А теперь посмотри на нее. Из-за тебя мне пришлось превратить самую красивую женщину, которую я когда-либо видел в это. Посмотри на нее, она в агонии. Все, чего я хотел, это провести с ней свои последние минуты, увидеть ее прекрасное лицо, слушать, как она свободно говорит, а не издает эти непонятные звуки. Но как только я начал свою работу, она перестала шептать мне. А теперь я обнаружил, что она начала шептать тебе. Что в тебе такого особенного? В смысле один и тот же голос? Как будто кто-то другой шепнет мне, шепчет мне через статую. Да, помню, когда они шептали мне, действительно отвечали похоже. Я думаю, это потому, что все голоса звучат одинаково, когда шепчут. Но теперь, когда я думаю об этом, они все были доброжелательны, похоже, разделяли какое-то общее знание. Но если тело всего лишь проводники для одного голоса, тогда это тело никто, и все, что я сделал, было, было... Подожди, я знаю, что ты делаешь. Ты пытаешься украсть ее у меня. Ты рассчитываешь дождаться, пока я сделаю всю тяжелую работу, а потом подобрать все, так? Это безумие. Жжешь, ты пытаешься украсть ее у меня. Посмотри, что мне пришлось из-за тебя сделать. Назови мне хоть одну причину, почему мне стоит очистить и тебя тоже. Я здесь случайно, я просто думаю, что, о чем ты говоришь? Из-за этих путанных туннелей под городом мне пришлось выбираться наружу через дворец. Подожди, так ты говоришь, ты здесь не за нами? Мои планы, не ходи убивать, но посмотри, что ты наделала. Мои намерения никогда не входило причинять тебе боль. Если я сделаю все это, я разрушу ее просто так. Воздух, соприкасающийся с плотью, мучительный для них. Но единственный способ исправить это, нарушить зарубку правила, позволь ему сделать свое дело. По крайней мере, когда она снова станет золотой, мы будем вместе, все, что нужно, это один маленький порез. Подожди, я могу. Слишком плохо, ничего не можешь изменить. Я должна это сделать. Прости меня.
Блин, какая дилемма. Смогу покрыть ее золотом. Я могу отмотать время назад и сделать так, чтобы меня здесь не было. Что? Как? Это от лука, оружие, которое заключает людей в золото. Правда? Я не уверен, что могу доверять тебе, но если ты можешь исправить этот беспорядок, я дам тебе ключ от моего старого медицинского сундука в храме Полона. Он поможет укрепиться, облегчить страдания тех, кто все еще в городе. Но если ты обманываешь меня, нарушишь золотое правило, убью тебя и всех остальных в этом городе, понятно? Хорошо, отойди. Блин, я бы тебя... Тебе удалось, она больше не страдает от боли. Я не знаю, что сказать. Спасибо, спасибо. Я клянусь, что больше никогда не причиню вреда. Клянусь. Я останусь здесь вместе с ней. Вот только эти бедные души. Что можно сделать для них? Я испробовала все, что могла. Боюсь, единственный, кто способен освободить их, это тот бог, который их обрек на эти страдания. В любом случае, я должна выполнить свою часть уговора. Вот ключ, который я обещала. Он откроет сундук в храме Полона. Думаю, там найдется что-нибудь, что может пригодиться Лукреции. А что пригодится мне? Теперь, пожалуйста, уходи. Эта дверь ведет на балкон дворца, оттуда ты сможешь спуститься вниз. Прощай, Неве. Уходи, больше не возвращайся. Блин, я так хотел золото покрыть. Зачем-то выбрал вариант более щадящий, невинный. Все, она со мной больше не говорит. Кыш, ну-ка. Блин, отражение теперь классно. Вот она. Нет, я тогда не хочу еще пока уходить. Может быть, тут есть какие-то ништяки интересные? Да уж. Да, еще здесь. Что непонятно. Нормально ты устроился, в дворце решила жить тут одна. Подожди, а чё, лук нельзя использовать? Блин, я хотел ее сделать, все-таки попробовать золотой. Типа мирный вариант привел меня к тому, что она отдала мне ключ, да? Опа. Блин. Ого, можно повеселиться. Эй, чувачок, ты будешь со мной? Сегодня день выборов. Но здесь нет, где он? Не знаю, маленькому удалось сбежать сегодня утром, пока мы с Юрием были в клинике. Он не мог уйти далеко. А если ты ее найдешь, скажи ему, что наказание, которое он получит за то, что вернулся сам, будет не таким страшным, как если мне пришлось его искать. Хочешь понаблюдать за моим луком? Так, они, короче, тупые боты. Сдохнуты. Блин, я же не убил, я типа его просто сделал золотым. Ты какой мощный зато.
О, а чего вы в нее не стреляете? Ладно, вы молодцы, все-таки выстрелили. Так, она сказала, она не может пошевелиться. Получив затылок. О, блин, она тупая, но меткая. Ладно, я же просто для прикола выстрелил, мне уж проверить. Не буду я заново переходить в этот портал. По крайней мере, пока еще рано. Нам невозможно будет бегать, я так понял, еще несколько раз точно. Так, я думаю, короче, на сегодня хватит. Блин, можно я встану? Это ты так просто отжимаешь. Ну-ка, нагрузка давай. Блять, на голову не получается. Не знаю, игруха прикольная. Если кому-то понравилось, мне кажется, советую купить ее. Нелинейность сюжета, я думаю, тут есть все-таки какая-то. По крайней мере, вариативность небольшая. Ой. Да, упасть все-таки можно. Ну, ладно, закончим на этом сегодня. О, спасибо, кто смотрел. Молчаливо, так скажем. А я все, короче. Подписывайтесь, ставьте лайки, если, конечно, вам это понравилось.